Итак, завершилась встреча четвертого тура в Нальчике. Черноморец, Спартак, Нальчик. Спартак, Нальчик, Черноморец. И у нас с вами Илья Грищенко, игрок Черноморца. Готов сказать пару слов об этом матче. Игра была очень тяжелая для вас. И как ты прокомментируешь эту игру? Ну, игра была довольно тяжелая, потому что у нас было много моментов, не забили и сразу же получили в ответ. Вот в первом тайме какой был план на игру? Можно ли сказать, что в первом тайме вы почти выполнили все установки на матч? Первый тайм играли достаточно хорошо, ну, выполняли установку тренера, ну, и каждый играл на своей позиции, выполнял свою работу. Ну и по второму тайму тоже вы очень здорово начинали, и что здесь как-то вот помешало вам сегодня зацепиться за очки? Ну вот помешала мне реализация моментов, много не забили, то есть не забиваешь ты, забивай тебе. А насчет погодных условий, можно ли сказать, что вот очень сильно повлияло на игру вашу? Да, непривычно играть, поле тяжелое, ноги подустали, забились, и ну тяжело уже, все подустали после первого тайма. Спасибо, Илья. И еще раз удачи в дальнейшем. Главное, без травм. Счастливо. Нас с вами игрок Илья Грищенко из Черноморца. Иван Токарев, начальник команды «Черноморец». Иван, наверное, в первом тайме было все очень неплохо, а во втором тайме открыли счет в матче. И что получилось, что не получалось после этого? Как вы прокомментируете игру? Ну, комментировать игру довольно сложно, потому что проиграли довольно тяжелую игру. После забитого мяча играли, старались, требовали от ребят играть в контроль мяча. Но, наверное, им не получилось у них, вследствие чего. У нас были моменты, реализация, опять же, подвела. Не забили мы, забили нам. Поле, наверное, тяжело было. Ну, в первую очередь, ребята характер проявили, не смогли контролировать игру. Ну, и, наверное, стоит отметить, вы сегодня выпустили Казимова. Ну, да, от Бухаким Казимов, наверное, на атаку решили выпустить. И там тут же не вовремя, она очень удаляется. И это, наверное, тоже очень сильно повлияло на игру. У нас игрок получил в начале игры повреждения. Отыграл тайм. Вы выпустили на второй тайм на усиление Хакима. Ну, не справился с эмоциями, получил удаление. Тогда он должен был обострять, должен был играть. У него задача была бить, забивать голы, играть. Не получилось. Ну и как вы считаете, результат по игре или нет? Ну, я считаю, что сложно сказать. Ребята ваши молодцы, забили два, победили. Мы не забили, поэтому я считаю, что достойно. Мы смотрелись, и ваши ребята достойно. Ну, а результат на табло. Ну, наверное, было бы приятно второй раз в этом сезоне увести 3 очка из Нальчика, да, как это было в матче против ФШ. Конечно, победа всегда радует. Спасибо еще раз, Иван Токарев, начальник команды «Черноморец». Удачи, главное, без травм. Спасибо, до свидания. Ахмед Кумышев, автор дубля. Ахмед, с важной победой поздравляю. Наверное, тяжелейшая получилась игра. И при счете 1-0 она была очень непросто, да, перевернуть. И как ты прокомментируешь эту игру? Спасибо за поздравление. Да, игра выдалась очень боевая. После пропущенного гола не расслабились, наоборот. Стали еще жестче играть. И вот результат 2-1. Наверное, очень будет такой странный вопрос, но вот после удаления Жабоева как-то игра у вас преобразовалась, как ты считаешь? Нет, наоборот. После удаления надо было показать характер, выиграть эту игру. В первом тайме у вас было достаточно моментов, и чего не хватило для завершения? Не хватило, наверное, уверенности. Когда били поворотом, уверенности не было. Ну и последний вопрос. Ты содержанием игры своей команды сегодня доволен, учитывая такие погоды, такие погодные условия были? Да, мы довольны своей игрой. Все бились. Игра выдалась очень хорошая. Ахмед Кумышев, уже 6-й мяч в этом сезоне. У тебя 7-й. Да, 7-й мяч в этом сезоне, с чем я поздравляю. Хорошая отметка для начала в этом сезоне. И удачи в дальнейшем. Счастливо. Спасибо. Марат Захмишев, да, наставник «Спартака». Марат, важная победа. Так, и что вы решили поменять при счете 0-1 во втором тайме? Ну, спасибо за поздравления. Как бы менять особо ничего не нужно было. В первом тайме у нас, в принципе, были хорошие моменты. Не забивали, но все связано с погодными условиями. Все-таки они еще как бы не профессиональные футболисты. Тяжело адаптируются к таким условиям, и немножко
где-то спешили, где-то чуть-чуть технически было сложно исполнить. А так, чтобы что-то кардинально менять, не стоило. В принципе, изменений как таковых не было. Выпустили свежих футболистов, которые, в принципе, хорошо вышли и сработали на результат. А соперника перед матчем хорошо изучали? Соперников изучали, как обычно, да, смотрели. Благо, информация доступна, можно смотреть эти игры, да. И поэтому как бы были готовы к определенному сценарию. В принципе, так игра примерно и проходила. Сегодня два ваших защитника получили карточки, один красный, другой желтый. И вот это удаление не повлияло так как-то на игру? Или не было ли опасения, что это удаление еще хуже только будет влиять на матч? Ну, удаление всегда неблагоприятно влияет на команду и на матч, потому что приходится что-то менять, что-то перестраивать. Но в данном случае, как бы, да, мы потеряли лидера обороны после удаления, но все-таки команда проявила себя в таких условиях очень хорошо. Спасибо, Марат, за интервью и с победой еще раз. Важные 3 очка. Удачи в дальнейшем. Счастливо. Спасибо.